отношения с матерью ребенка? Я изначально не комментировала этот скандал. Я его сейчас не буду комментировать и никогда не буду комментировать по одной очень простой причине. У нас там есть младший сын. Его зовут Никита. У него есть мама и у него есть папа. И это навсегда. И я хочу, чтобы Никита, когда подрос, у него сохранились прекрасные отношения и с мамой, и с папой. И я никогда не буду катализатором того, что я начну защищаться или что-то рассказывать, пресса все это подхватит, этот ком, и потом он будет читать все эти гадости. Юра невероятно любит своих детей. Все, что мы можем делать, все, что нам позволяют делать, мы делаем, и мы стараемся делать это больше. И если я ради того, чтобы Никита не читал потом всяких гадостей ни про маму, ни про папу, должна потерпеть такие программы, как НТВ, я буду терпеть. Потому что нет ничего важнее счастья ребенка.